вином говорили вечерком. Кабы я была царица, говорит одна девица, вышла б замуж тогда я лишь за Абрамовича. Кабы я была царица, говорит ее сестрица, муж бы был бы у меня красавец Димочка Билан. Кабы я была царица, третья молвила сестрица, предпочла б я кавалерам всем монтажника санитарно-технических систем. Ты чё, девка, здесь болтаешь? Польза от него какая? Вот Абрамович — это да. Деньги, яхты, острова. Или Димочка Билан, турне в Париж или Милан. Ну о чем вы говорите? Очки розовые снимите. Абрамовичу нужны вы так, как старому коту пятак. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу трое входят, речь с девчатами заводят. Здравствуйте, девицы красные, мечты ваши так прекрасны. И только младшая сестрица умом здесь может похвалиться. Давно в стране известен всем монтажник санитарно-технических систем, и я профессией горжусь, всегда и всюду пригожусь. Ни Абрамович, ни Билан не обойдутся без меня. Как только где-то потекло, за мной такси от них пришло. Вспомнив колледж урок, работу выполню я срок. И если только захочу, не меньше денег получу. Как только стройка началась, сантехсистему проложу я. Работу выполню любую, включу машину автомат или кабину душевую. И в будущее я гляжу с надеждой и оптимизмом, когда сиюминутно будь зимы, к любым готовы катаклизмам. Систему отопления отключив, вас лютый холод обогрею. А коль тепло ко мне дошло, я разрушу батареи. Когда по первому звонку не надо будет где-то мчаться, чтоб неполадку устранить или к чему-то подключаться. Достаточно лишь пульт нажать или через спутник подключиться. Монтажниками с кабинета проблема мигом разрешится. И пусть мы учимся пока здесь, в Ленинецком политехе. Уверены, что выбор наш – стабильность и гарантия в успехе. Старые мы не плотники, но сожалений горьких нет. Как это мы монтажники, сантехники, привет пошлет наш паритет. Не откажите нам любезности, мы приглашаем вас к себе сюда. А то погибнут в неизвестности все ваши лучшие года. Высота и профессия, почерпнуть быть монтажником. Сейчас и потому девиз у нас такой, все в лучшем виде и за час. Не оставайтесь замкнутым в себе, минуты жизни в пустоте. Не тень, и наша встреча с вами в колледже пускай пойдет на высоте. Сожалений горьких нет, как нет, не ждет монтаж.